Жестокие игры, события встречи. Эпиграф. Событие приходит только ко мне в единственном числе. Оно адресовано ко мне и никому другому. Оно пришло ко мне и требовало от меня всего и больше. И я решила, что оно пришло к тебе и требовало от тебя всего и больше. Ты справедливо недоумевал, прости. В той событийной полынье плескались только я. Я настоящее, я прошлое, я будущее. Из непредставимого и, в общем-то, не моего пока, гребли во всевозможные пределы, стараясь полынью расшевелить, не дать замерзнуть и покрыться толще льда, поверхности для перехода в то иное, иному состоянию в себя. Жестокие игры, события встречи.